того, что казался смешным. Не казался, а был. «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей». Это цитата из рассказа «Сон смешного человека», на который под другим углом решили взглянуть в театре «Крылья». Режиссером работы выступила Елизавета Никонова. Для нее это первый опыт в подобном амплуа. «Достоевский все с тебя написал, ничего выдумывать не надо, оно небольшое. Все понятно, что ставить, но оно как-то захватило. Ну, так бывает, если тебе нравится, то все, ты просто берешь и делаешь». Елизавета признается, выбрать произведение было непросто. Остановились на рассказе Достоевского по совету актера Александра Фоломкина, который и исполнил главную роль. Постановка, по мнению авторов, говорит о том, что общество несовершенно, как и главный герой, но у каждого человека есть шанс стать лучше. «Я скорее исходил как-то из себя, искал какие-то манки внутренние, находил то, что у меня внутри есть у самого. Противоречия, какие-то отрицательные черты, положительные черты, которые влияют на отрицательные». С особым трепетом за премьерой наблюдала руководитель театра Ольга Кобецкая. Она делится, что испытывает особую радость за свою ученицу. «Спектакль рожден. Я уверена, что это сильная работа. И мне кажется, что вот ему еще там 3-4 раза сыграть, и он начнет жить своей какой-то необыкновенной жизнью». Дата следующего показа станет известна уже на этой неделе. Юлия Ткачук, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».